Светенко Андрей Вячеславович, командир подразделения 2С1, комбат батареи. В настоящий момент военнослужащий Донецкой Народной Республики. Начинал как ополченец подразделения «Восток». Воюю со 2 июля по сегодняшний день. Что-то умели до войны, чему-то учимся уже во время войны. На настоящий момент держим рубежи нашей независимой республики Донецкой. Родную землю охраняем. Приехали на позицию, стали как положено, все, ждем, когда привезут же, нам же сухпай. Ну, долго его не было, я не знаю, в чем задержка. Начали есть улиток. Приготовили улиток в томате, очень вкусно. Попробовали мидий, великолепный мидий, не хуже, чем французы в французских ресторанах. Недавичи поймали 4 гадюк. Первый раз люди отведали, что такое суп с гадюк. Вкус специфический. Всем желаю, приезжайте к нам, откушайте все, что нужно. Сейчас дожди пошли, грибы пошли, значит, будем есть грибы. Победа будет за нами, 100%. Я донецкий. А чем в мирное время занимались? Работал в милиции. Каким местом? Оперуполномоченным. Еще работал на шахте, являюсь горным инженером. А что бы вы хотели передать той стороне, которая, ну, под Украиной? А я уже говорил им, что, ребята, прекращайте заниматься ерундой. Здесь нормальные люди. Уходите с нашей земли. Давайте вести нормальный диалог, нормальные переговоры. Нам не нужны ни минские соглашения, ни московские, ни брюссельские. Садитесь и договаривайтесь. Можно все вопросы можно решить нормальным человеческим путем. За нас это делать никто не будет, если мы сами не будем это делать. Никакой дядя не придет, ничего нам не поможет. Либо мы друг друга перебьем, и потом придет реальный другой дядя на наш.